Экспилярмус. Экспилярмус. Ну, не получается у меня разоружить моего оператора Дмитрия Кутько. А, доброе утро, Красноярск. Дело в том, что сегодня мы раскрываем для вас тайны Хогвартса. И прямо сейчас у Алины попробуем выяснить, почему не сработала моя волшебная палочка. Это все потому, что у вас не хватает сердцевины волшебной палочки. Бесполезная палочка. Заберите ее, пожалуйста. Каждая волшебная палочка имеет свою сердцевину. Так. У вас будет сердцевина из пера феникса, в данном случае из лазерной указки. Я как чувствую, что пера феникса. Да, мы будем делать ее своими руками. Для этого нам понадобится, собственно, лазерная указка, несколько простых колпачков от ручек, бумага, клей и вода, краски. И клеевый пистолет еще нужен. Итак, что нам нужно? Мы склеиваем нашу бумагу таким образом, чтобы получился конус. Угу. Вот такой вот. Далее делаем следующим образом. Берем лазерную указку, берем вот такие колпачки, и нам нужно их нанизать таким образом, чтобы получился конус. Угу. Очень такой твердый, плотный конус. Вот таким образом. Мы все это скрепляем и помещаем в тубус, который у нас уже готов. Ну, чтобы с этим сейчас не заморачиваться на эфире, чтобы время не тратить, у нас есть готовый образец. Замечательно. Готовый образец уже залит клеем. Тоже с пером феникса, я так полагаю. Да, тоже с пером феникса. Можете посмотреть, вот он здесь светится даже. Он уже залит клеем, все нормально. Единственное, что нам нужно, это разукрасить палочку. Палочки обычно бывают коричневых, красно-коричневых цветов с добавлением, например, зеленого. В данном случае мы так и будем делать. Основа будет коричневая, а вот здесь украшение, это будет зеленым цветом. Все, можем приступать. Давай, это из какого дерева у нас будет палочка, если не секрет? Из орехового дерева. Из орехового дерева. Я люблю это дерево. Расскажите, а вот получается 28 мая. Да, собственно, 28 мая. В это воскресенье. Уже в это воскресенье. Красноярцы, да, смогут сами сделать для себя такую же палочку. Будет очень много у нас локаций. Будут и ярмарка, будут локации по мастер-классы по созданию волшебных палочек. Не таких, конечно. Если вот эти палочки мастера, вот эта палочка подмастерья, то там будут палочки ученика. Они будут чуть-чуть попроще. Но, тем не менее, ребята и взрослые, я думаю, всем это понравится, смогут прийти, сделать свою собственную палочку по индивидуальному рецепту, можно так сказать. Блестки, стразы, все что угодно. Можно будет украсить палочку, как они хотят. У нас будет ярмарка, на которой можно будет приобрести различные вот такие вот атрибуты в стиле Гарри Поттера. Кроме того, у нас будет и лотерея, на которой мы будем эти атрибуты разыгрывать, и несколько главных призов для участников, собственно, квеста, которые они смогут выиграть. Угу. А как туда попасть? Давайте еще раз расскажем. Ну, во-первых, можно будет приобрести билеты уже на самом мероприятии, когда вы приходите в ТРЦ «Галерею Енисей», на месте. Либо можно зайти в нашу группу ВКонтакте и там, собственно, приобрести этот билет. Ну, если хотите такую же палочку и хотите просто стать волшебником, обязательно приходите 28 мая в галерею Енисей, второй этаж. В 2 часа. В общем, там все найдете. А пока передаю слово вам в студию.